Друзья, всем привет! Компания RDM Import вновь рада приветствовать вас на нашем видеоканале «Первый видеоавторынок». И мы продолжаем нашу серию коротеньких технических обзоров, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. Тема нашего сегодняшнего обзора – Nissan Murano в кузове Z51. Это второе поколение достаточно популярного на вторичке кроссовера. Автомобиль этот выпускался с 2008 по 2016 годы. У машины был один рестайлинг. На российский рынок машина поставлялась с одним единственным возможным мотором объемом 3,5 литра, вариаторной трансмиссии и полным приводом. Начнем по порядку. Первый аспект, на который вы будете обращать внимание при осмотре автомобиля, это кузов. Что можно сказать про кузов Murano Z51? По сравнению со своим предшественником Z50, кузов второго поколения Murano сопротивляется коррозии достаточно неплохо. У него нет таких повальных проблем, как были на первом поколении, где прогнивали под капотом брызговики, опорные чашки стоек и так далее. То есть автомобиль еще достаточно свежий, и при осмотре кузова, конечно, надо обращать внимание как на состояние подкапотки в целом, так и на состояние порогов, кромок дверей. И особенно стоит отметить, на 51-м кузове в обязательном порядке. Откройте заднюю дверь, не поленитесь, посмотрите место соединения, место перехода порога в колесную арку. Именно на этом месте начинается коррозия на данном автомобиле, потому что там скапливается грязь. Если владелец редко мыл машину, то эта грязь там, соответственно, преет и создается великолепная среда для появления ржавчины. Что касается стойкости лакокрасочного покрытия Murano к сколам, царапинам и так далее, то есть слой окраса в микронах у него достаточно стандартный, как у любого японского автомобиля, это от 100-110 до 140-150 микрон может доходить. Сколам он сопротивляется достаточно неплохо, повального какого-то цветения этих самых сколов и царапин на машинах нет, но в отличие от, скажем, Honda CR-V, да, у вас здесь точно не будет никаких проблем с пятой дверью, поскольку выполнена она целиком из пластика. После того, как вы осмотрели сам кузов автомобиля, он вас всем устроил, обязательно сверьте номера, ВИН-номера и номер двигателя на кузове, на автомобиле с номерами в документах. На Nissan Murano в 51-м кузове ВИН-номера располагаются, первый, на маркировочной табличке, которая закреплена на средней стойке кузова со стороны водителя. Основной ВИН-номер выбит на полу, чтобы его увидеть, вам надо будет отодвинуть до упора назад переднее пассажирское сиденье и заглянуть в лючок в напольном покрытии. Номер двигателя на Nissan Murano достаточно сложно увидеть, однако никакой специнструмент, зеркала и так далее вам будет не нужен, как максимум только фонарик. Номер выбит на блоке цилиндров со стороны коробки передач. Итак, сверили ВИН-номера, теперь переходим к осмотру подкапотного пространства. Надо сказать, что скомпоновано оно на Murano достаточно плотно, много увидеть здесь вряд ли получится, но на основные моменты можно обратить внимание. Значит, под капотом у нас расположен единственно возможный для России бензиновый V-образный шестицилиндровый двигатель VQ35DE мощностью 249 лошадиных сил. На Nissan Murano эта силовая установка была дефорсирована для работы в паре с вариатором. То есть дефорсирована в нашем случае — это хорошо, это можно рассматривать как больший ресурс агрегата. Сам по себе мотор уходит корнями, можно уже сказать, что вглубь веков. То есть многие помнят такие автомобили, как Nissan Maxima, Nissan Zephyra, которые оснащались теми же моторами серии VQ, только объемами от 2 до 3 литров. Было это достаточно давно, машины эти до сих пор еще ездят. Многие уже, правда, без кузовов, но силовые установки прекрасно себя чувствуют. В приводе ГРМ на этом моторе использована цепь, и в данный это тот самый случай, когда можно сказать, что цепь здесь реально на весь срок службы мотора. То есть каких-либо вмешательств механизм ГРМ на данном двигателе не требует. Ну, как минимум до пробега где-то в 250 тысяч километров точно. Двигатель имеет фазовращатели. Соответственно, масло, которое вы будете сюда заливать, скорее всего, будет иметь индекс 5W30. Моторы не склонны к расходу масла сами по себе. Но если вам посчастливилось, в кавычках, приобрести экземпляр, где предыдущий владелец, например, перегрел двигатель и, соответственно, залегли маслосъемные кольца, то в таком случае, конечно, расход масла у вас будет. Поэтому смотрите внимательно. Также обратите внимание на отсутствие каких бы то ни было течей. Для Murano
Возможно, ввиду того, что автомобили, опять же, еще пока достаточно свежие, эти моменты не характерны, но все же посмотрите, убедитесь, что у вас не подтекают прокладки клапанных крышек, что у вас сухая лобовина на двигателе, то есть это крышка, которая прикрывает как раз весь механизм ГРМ. По большому счету все. Сверху единственное, что еще можно подсказать, но это на будущее уже, к будущему владельцу. Если автомобиль начинает вести себя немножко неадекватно, появляются какие-то провалы при разгоне, может загораться чек, и проблема кроется в подсосе воздуха, то первый момент, куда стоит посмотреть, это гофра, резиновая гофра между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Бывает, при установке ее рвут, и порваться она может с тыльной стороны, соответственно, при осмотре сверху она будет вам не видна. Но загляните, постарайтесь просто рукой ее прозондировать на предмет того, что этот рукав у вас целый. Также в интернете можно найти информацию о том, что при разрушении каталитического нейтрализатора на этих моторах, на Ниссанах, керамическая пыль попадает в цилиндры и цилиндры задирает. Так вот, на практике хочу сказать, что даже на пробегах 160-170 тысяч километров, базируясь на том опыте, который мы здесь имеем, и на машинах, которые к нам сюда поступали, зачастую каталитический нейтрализатор еще находится на автомобиле. То есть Мурана с ампутированной экологией – это пока еще достаточно большая редкость. И каталитический нейтрализатор прекрасно работает на пробеге 150, 160 и 170. Используйте нормальный качественный 95-й бензин, и проблем с ним у вас не будет долгое время. После осмотра кузова, подкапотного пространства, вы переходите к осмотру автомобиля на подъемнике. Что можно сказать про Мурана, на что обращать внимание в первую очередь? Начнем с хороших моментов. Рулевая рейка на Nissan Murano не относится к каким-либо больным местам автомобиля. Случаи выхода рейки из строя, конечно, бывают, но повального характера они не носят. Тем не менее, обратите внимание, чтобы пыльники на рейке были сухие, чтобы не было каких-то стуков с ее стороны, и этот узел был исправен. Что касается передней подвески, при осмотре обращайте внимание на состояние сайлент-блоков нижнего переднего рычага. Соответственно, передние сайлент-блоки, они поменьше, выходят из строя немного чаще. Задние сайлент-блоки передних рычагов держатся намного дольше. Оригинальные рычаги в сборе стоят достаточно недешево, но никто не мешает вам взять свой рычаг и поставить туда дубликатный хорошего качества сайлент-блок. Также, если при проезде неровностей вы слышите стук в передней подвеске, который отчетливо отдает вам в ноги, то есть в пол автомобиля, скорее всего, дело в сайлент-блоках подрамника. Проконтролируйте их состояние также. При осмотре автомобиля также обращайте внимание на подтеки технических жидкостей, в частности масел. Проконтролируйте место соединения двигателя с коробкой передач на предмет, не течет ли у вас коренной сальник, поскольку на любой полноприводной машине замена коренного сальника – это достаточно недешевая процедура, так как для этого необходимо демонтировать коробку передач. Про Nissan Murano, если говорить об особенностях данной модели, стоит сказать следующее. В обязательном порядке посмотрите, чтобы у вас не текли сальники переднего редуктора, он же раздаточная коробка. Почему? В передний редуктор Nissan Murano заливается достаточно небольшое количество масла. Трансмиссионное масло 80-90, его объем не превышает пол-литра. Соответственно, если у вас побежал сальник на редукторе, то достаточно быстро в обозримом будущем редуктор будет работать в режиме масляного голодания, что приведет к повреждению главной пары редуктора. И, что самое печальное, на Murano главная пара практически никогда не гибнет сама по себе, всегда она тянет за собой также деформацию корпуса редуктора. То есть банально взять недорогие 10-12 тысяч рублей шестерни, ну, будем так говорить упрощенно, и поставить их в свой корпус, у вас, скорее всего, не получится, вам придется искать весь узел в сборе. На многих Murano передний редуктор предыдущие хозяева могли уже поменять по гарантии, если перед этим проморгали течь масла. Теперь о задней подвеске. В задней подвеске Nissan Murano проблем достаточно немного. Как правило, она собрана у нас на двойных поперечных рычагах. Здесь также есть продольная тяга. Вот сайлент-блок передней этой самой продольной тяги. Тяга прикрыта пластиковыми защитами. Снизу здесь вы ее особо не увидите. Смотреть его надо будет с наружной стороны, но также на подъемнике. Чаще всего выходят из строя именно они, потому что на них, ну, условно говоря, забивают.
Также, ну, это нельзя отнести к каким-то дорогостоящим неприятностям. Бывает, требуют замены стойки заднего стабилизатора, втулки стабилизатора. И по задней подвеске, так же, как и с Honda CR-V, так же, как и с Outlander, родные амортизационные стойки на Murano бывают сдаются раньше, чем владелец мог того ожидать. Но стоят они недорого, то есть одна стойка где-то в районе там около 4000 рублей, как бы по меркам достаточно премиального кроссовера, это, ну, небольшие расходы. Также хочу обратить ваше внимание на одну особенность Murano, которая красноречиво свидетельствует о том, что перед нами все-таки городской кроссовер, либо трассовый кроссовер, да, то есть, учитывая мощность двигателя и его габариты. Выхлопная труба подвешена достаточно низко. Не столь низко, как на первом поколении, где клиренс был чисто легковой, но тем не менее, если вы будете эксплуатировать свой Murano где-то вне дороги, съезжая с асфальта, имейте в виду, держите в голове вот эту вот небольшую особенность. Ну и в завершение осмотра снизу пара слов о системе полного привода. Система полного привода здесь реализована принципиально по той же схеме, что и на Туксане, то есть у вас основная ведущая ось — это передняя, при пробуксовке передка электрическая муфта автоматически подключит вам заднюю ось в работу. Вы также можете принудительно заблокировать муфту кнопкой из салона, тогда обе оси будут у вас вращаться одновременно. Из практики, даже на машинах 2008 года, то есть на машинах первых выпусков в 51-м кузове, проблем с системами полного привода я за 4 года не наблюдал. При осмотре автомобиля также в обязательном порядке проведите наш экспресс-тест на живость вариаторной трансмиссии. А как это сделать, мы уже рассказывали вам в видео про Mitsubishi Outlander XL. Здесь технология та же самая. То есть вы находите поребрик, выворачиваете колеса, упираетесь, подкатываетесь вывернутым колесом к поребрику, машину остановили, и на дэшке отпускаете тормоз, начинаете прибавлять газ. Смотрите за оборотами. Обороты не должны быть слишком высокими. То есть автомобиль перевалится через бордюр где-то в районе 2-2500 оборотов в минуту. Если двигатель орет, машина не едет, соответственно, конус, ремень вариатора уже достаточно изношен. Крутящий момент до колес в полном объеме уже передать не в состоянии. Также может банально прозвучать рекомендация проверить абсолютно всю электронику в автомобиле на исправность. Из практики встречались следующие совершенно несмертельные, но неприятные мелочи. Иногда на Nissan Murano головное устройство не запоминает радиостанции. То есть посмотрите, чтобы когда вы заглушили автомобиль и завели его заново, у вас не сбрасывались настройки радио. Проблема, как говорится, на скорость не влияет, но впечатление от автомобиля, от покупки подпортить вам сможет. Также больным местом Nissan, Infiniti считается механизм регулировки водительского сиденья. То есть автомобиль премиальный, соответственно, он оборудован функцией легкого входа-выхода. То есть при выключении зажигания кресло водителя отъезжает назад. Салазки у кресла достаточно слабые изначально. И на некоторых машинах, если предыдущий собственник был человек крупных габаритов, эти салазки могут разбиваться. Соответственно, проверьте водительское сиденье на предмет исправности всех регулировок. Лифта вверх-вниз, сиденье должно ездить вперед-назад, не должно быть каких-то заклиниваний, подклиниваний и так далее. И просмотрите сиденье банально на люфт самого кресла. То есть пошатайтесь, люфтить оно также не должно. Еще пара слов про Murano в 51-м кузове. Данный автомобиль на самом деле можно назвать рациональным выбором для человека, который хочет получить за относительно небольшие, там, по сравнению с Lexus RX350, деньги, премиальный паркетник, комфортабельный, с хорошим, нормальным, надежным мотором и очень умеренным расходом топлива. А он здесь действительно умеренный. Вот из практики Nissan Murano на трассе на скорости 100-120 км в час потребляет порядка 7,5 литров топлива. Городской цикл в летнее время это в районе 12-13. Зимой с прогревами, конечно, уже надо считать литры в час, а не литры на 100 км, особенно если вы ездите в пробках. Но это при условии, что на автомобиле у вас установлен штатный размер колес. То есть не 20-е китайские тяжеленные Воссены, а родные колеса и автомобиль заводских параметров. Что касается стоимости содержания Murano, автомобиль доналоговый, то есть 249 лошадиных сил, не попадают под огромную ставку налогообложения. Содержать его
достаточно недорого, но только при одном условии, что изначально вы тщательно подошли к выбору и выбрали себе на самом деле экземпляр, который находится в хорошем состоянии, и вы его в таковом будете поддерживать. Поверьте, покупка 51-го кузова в состоянии ушатайки под восстановление экономически совершенно нецелесообразно. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы у нас видеть. По мере их поступления мы обязательно будем снимать их в числе первых. Всего вам доброго, до свидания.